Да. Не, я скорее не буду учиться со стрима. Снимайте кто-нибудь другой. А прикиньте, кто вообще сказал, что там огромнейшая шерсть. Будет весело, если он просто уснул. Да, я не знаю, откройте дверь. Да. Окно, откройте, открой окно. И... сидит? Я боюсь. Вроде? Голубь. Голубь. И это голубь! И... это голубь, это голубь. На голубе это похоже очень слабо. Это голубенок. У него нос кривой. Вы когда-нибудь видели детей голубей? Да, прям как у меня. Нет. Какой синий. Теперь неситесь эти люди. Ну теперь его выкини просто в окно и все, полетит сам. Саша, ты у него уже как мама. Видишь, он тебя уже кричит. Да, он до утра бы не дожил. Надо забыть. Так. И куда? И куда? Никуда. Никуда. Потеряешься. 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 И когти такие хорошие. Ну все, успокойся. Все, успокойся. Мама на небесах увидит, что она скажет? Ай? Мама инженер была. Да? Скоро вечер, уже спать скоро будем. Сверху берег, я вам жену сверху. Ну там вишенка уже может. Да, как ты можешь, покажи. Ой. Может с ладошки уже спрыгивать. Да, может и с ладошки. Ну покажи, как ты спрыгивать. Покажи, покажи, покажи. Ну, ну покажи. Опа. Ну, мне же настоящий сегодня клевал прям. Да. Он кушает все уже. Я его кормлю три раза там. Ночь. Вот он у меня уже 4 дня. Сейчас пятница, да? Пятница, суббота, воскресенье, да? Вторник уже. Я его чуть не наступил на него. Он там под ногами бегал, я его очищал.
вычищал его коробку. Вот смотри, как я его, эту вот коробку, например. Мне Галина принесла полотенце, здесь вот такая рамочка. Вот он сам прыгает. Ну-ка покажи, как ты прыгаешь. Покажи. Покажи, 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 покажи. Боится, боится. Ой! Рискуй, здорово. Все, накрасил. Ну давай, все, нам некуда. Нам некуда, 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 нет, 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 нет. Вот он надеюсь живет. Там очистишь будешь. Сам закрывается пока. И хорошо, что на носках упал. Почему-то не это пятно, от которого немножко по центру. И это все грохнуло. И как-то зашла одна мама, хорошая мальчишка, богатая, занимается книгоизданием. Ну, свое дело книги издает. И она говорит, да, сапожник без сапог, говорит. Иди убирайте, у вас вот такое. Вот все, ты же все домой пошли. Поднимаю руку, вдоль коридора летит. Уже на собак. И убегает, конечно, когда они гавкают. Вот. А так он держит себя там, уже все обследовал, уже все норки свои нашел, прочее, прочее. Вот. Ну, то есть кушает хорошо, уже отказывается от пищи, что много ему не лучше побегать. Из коробки уже вылетает, если так просто захлопнешь, эти, вот так. Он разрывает все. У него крылья сильные стали. Когти, видишь, какие. Постоянно заносит мне инфекцию. Вот. Вот видишь, кто там, пакетик такой. Это вам подарили? Нет, это учительница. Виктория Владимировна говорит, уборщица не убирает еще класс. И она сегодня не вышла, говорит, что мы не могли бы вот это делать. И вот такие розы, она вот так вот туда, головой. А я так не люблю, когда так обращается, даже сердце. И поставился, вот две розы, смотри, почти что живые. И, конечно, это на запах уже нет, уже тлене. Администрация ругается. Ругается. А
обосновывать, что это антисанитария, голуби больные, заразу развозите, чтобы не смел этого делать. Понятно? Вот. Меня сейчас нагрузили за работу. Вот видишь, сколько голубей? Было 40 штук. Серых нет. Этих уже команды-то. Аутсайдеру проиграли. Начали отлично. 3-1. И потом проиграли 6-7. Дополнительное время. Вообще-то приписали гол Овечкину. Вот Овечкин бросил. И добавил вот это. Ну и так, смотри. Сейчас бах. И тут не видно. Вот. Опа, видишь? Коли чисто, не подожди. Все, пойдем. Ты до 4 будешь, да? А, до 4. Вот наш сторож. Это видеонаблюдение. А? Или же... Нет, фильм. А? Фильм. А зачем? А? Меня нельзя туда, наверное. О, я тоже говорил, что мне нельзя. Смысл жизни. Ну, я тебе говорю, вот смысл жизни. Вот смотри сейчас. Смысл. Сейчас появились территория, смысл там, да? Потом что еще? Все ищут смысл. Смысл уже давно найден, понимаешь? Любовь, вера, доброта, да? Ну вот здесь вот в сад иногда ходишь, много голубей. Тут и эти, как их называются, не скворцы, а дрозды. Вот эти мелкие птички, которые живут. Вот их кормишь тоже. Ну, хлебушка какие-то. Заодно воронок. Вот одно из них. Ну, мы сейчас пересекаем, пойдем. Потому что тут машина едет сзади. Наедет. Тебе не нужна уже будет ни камера, ни кино. Судьба Берлиоза, знаешь, да? Планов много было, совещаний. Вот. Воду я убрал. Готовишься? Вот, вот он сидит. Киви. Киви. Давай. Давай гречу ешь. Ешь гречу. Ешь. Что-то он не понимает, что тут делается, а? Что тут делать? Ну вставай, давай. Клюй. Ну-ка, клюй. Кто-то, да? Да? Меня ты хочешь клюй? На попей водички. Водички попей. Тебя ждет от моих рук. Привык уже с рук есть. Вот он отсюда учился летать, вот отсюда. Сейчас, да? Нет, пойдем сюда. Давай, закрываем. Я сам не знаю, что тут с котельной выросли. Вон, смотри.
получилось. Ты что, загородишь, чтобы они не бегали? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, скоро, скоро месяц, вы можете видеть. Так, чуть, пока место. Ну, там место. Вот они вот. Мамка, не дай, уже кусают они ее. Ты молодец, хороший мой. Хороший. Тихо. Тихо, сейчас я тебе покажу, как он летает. Видишь, как там? Видишь, как? Где папка у тебя? Ну-ка. Так, клю, так. Больше. Ничего не поймешь, да? Чего они боятся? Тут ворона каркнула, они все улетели. Видишь, гнездо где? Вон. И второе там. Гиви. Гиви. Хоть это смешно. Так, я его сейчас потерял. А, вон. Бежит. Полетел, давай, сиди. Молодец, давай сюда сиди.
ты вот проходишь через испытание. Любовь — это тоже испытание.